Чем привлекают современного покупателя белорусские холодильники «Атлант»? Ответ прост. Интересной ценой, высокой надежностью, отличной адаптацией к отечественным электросетям и, конечно, дизайном и функциональностью, соответствующей лучшим мировым аналогам. Не верите? Давайте вместе убедимся в этом на примере моделей 60-й серии. Серия включает в себя 8 холодильников с характерными мягкими линиями, подчеркивающими их современный дизайн. Чтобы сразу понять, что к чему, расшифруем название. Первые буквы XM говорят, что это двухкамерные холодильники. Следующие две цифры указывают серию холодильника. В данном случае мы рассматриваем 60-ю серию. Далее указана модель холодильника. Производитель предлагает большой выбор устройств различных размеров и объемов. Последние цифры – это цвет. Обратите внимание, что помимо стандартных белого и серого, здесь присутствует целая палитра расцветок под любой, даже самый креативный дизайн кухни. Что же скрывается внутри? Начнем с холодильного отделения. Пространство разделено полками из закаленного стекла, которые можно переставлять. Внизу расположены два пластиковых ящика для фруктов и овощей. У больших холодильников есть удобная металлическая полочка для бутылок. И место экономите, и бутылки надежно зафиксированы. На дверце также есть переставляемые отсеки, лоток для яиц и контейнеры для остро пахнущих продуктов или лекарств. Нижняя полка предназначена для высоких бутылок и пакетов. В морозильной камере также есть отделение от 2 до 4, в зависимости от модели. Температура в холодильном отделении и в морозильной камере регулируется отдельно вот этими колесиками. Морозильная камера может работать в обычном режиме хранения продуктов или в режиме быстрой заморозки. Он поможет сохранить фруктам и овощам все их полезные свойства, так как процесс заморозки пройдет очень быстро. Режим выбирается при помощи вот этого тумблера. За работой холодильника удобно следить по световым индикаторам, которые показывают, включены ли камеры и какой режим сейчас используется. Система разморозки у холодильников капельная. Иней с задней стенки периодически превращается в капли воды, которая частично испаряется, поддерживая оптимальную влажность внутри холодильной камеры, а ее остатки по трубке стекают в сосуд над компрессором, где потом испаряются. Морозильное отделение нужно размораживать вручную. Для этого отключаем морозилку и вот так устанавливаем лопатку для отвода талой воды в какую-нибудь емкость с объемом не менее 2 литров. Подведем итог. Холодильники «Атлант» 60-й серии выглядят современно, оснащены всем необходимым для удобного хранения продуктов и с сохранением холода справляются на отлично. Плюс тут два компрессора и есть режим быстрой заморозки.